Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий. Ну а я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу, где мы абсолютно без вложений собираем биткоин кэш, зарабатываем. Называется Битлимо. Ну, я его уже проверила на вывод. Видео у меня записано. Кто хочет, можете посмотреть у меня на YouTube-канале. В этом же видео я буду покупать апгрейд. У меня истекает 7 числа. Вот. Medium. Ну, завтра я не знаю, когда наступают тут выходные. Как у меня получится это. Буду сегодня покупать. Тут один день уже роли не играет. У меня на прошлый баланс достаточно средств. Значит, и хочу купить очередной апгрейд, чтобы не уйти в минус. Нажимаю апгрейд. И здесь у нас вот статистика идет, друзья. Мы зарабатываем без вложений. Апгрейд это, друзья, по желанию. Значит, вот статус free. И читаем всю информацию. Вот этот первый столбик. Далее апгрейд идет Junior. Он стоит у нас 0.2038. Также читаем всю информацию. И вот у меня сделан апгрейд Medium Partner. Также здесь вся информация о нем. Стоит он 0.2078. Можно купить напрямую с процессора кошелька. Так, нет, друзья, не с процессора, с Purchase баланса и с комиссионного. У меня на Purchase балансе достаточно денежных средств. Я нажимаю Purchase баланс, списывается 0.2078 биткоин кэш. Нажимаю подтвердить. Выбрасывает из кабинета. Ваш аккаунт успешно обновлен. И я буду через секунду обратно перенаправлена. Все. Истекает 06.04.2020 года. Я сделала апгрейд. Ну, выводить я сейчас не собираюсь. Здесь мини-чат, здесь и суппорт, и присутствует админ. Далее вот этот чат. Здесь события. Можно нажать и также все посмотреть. А вот мой вывод последний. Даже вот я, мой логин. Я выводила 0.20.58. И остальные выводы. Вот. Как бы люди выводят. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Вот мой тоже от апгрейд. И вот моя сумма списалась. Курша за баланса. Ну, на сегодня у меня уже все просмотрено в ТСке. Всем удачи, больших заработков. Продолжаем работать. Буду периодически мониторить этот проект, конечно. До новых встреч!